Всем добрый денечек из Одессы, ребятки. У нас прогулка на Приморском бульваре. Гуляем на Приморском бульваре. Жалко, по Потемкинской лестнице уже пройтись нельзя. Как видите, все в проволоке. В общем так, но мы с вами пройдемся, все равно сделаем вам обзор. Дюка спасли, ребятки, упаковали. Дюк у нас под защитой. Если что, то он не пострадает. Все-таки это наша визитная карточка Одессы. Видите, шикуется. Детки якісь пляшут. Какие-то дети пляшут. Что-то они снимают, наверное, какой-то ТикТок. Че Инстаграм? Идемте пройдемся по Приморскому. Пустая Одесса, ребятки, суббота. Суббота, 12 дня. Приморский пустой. Людей мало в городе. Не верьте, что говорят, что много. Кто со мной ходит, знает, и на базарах пусто, и везде. Так что такое. И то, мы пока вот прогуливались, шли очень много иностранных наречий, ребят. Так что тут еще иностранцев, переселенцев. Одесситы уехали. У меня очень много знакомых уехали. Это мы не можем без нашей Одессы. Без этого запаха. А, в Приморский бульвар. Хорошо, что разрешили хоть прогуливаться тут. Только недавно, и теперь в мае, когда зацветет акация, божечки, как тут будет пахнуть. Только война все портит. Такая прогулочка. Караоке, холл, Золотой Дюк. Знаменитый наш. Сколько тут фильмов снималось. Что сегодня как говорят. Вот такой вот еще вид. Людей нет, видите, вообще пустой Приморский бульвар. Мы есть, мы есть, мы здесь. Я часто тоже хожу так и думаю, ау, люди, вы где? Где? А потом где-то резко вот в прошлом году, в середине июля, позже приехали, столько приезжих было. Где-то до середины ноября. Было много народу вечерами, хоть гуляли, хоть какую-то видимость людей создавали. А то я часто хожу и вот эти пустота пугает. Так хотя бы видишь людей, уже приятно. Так как в этих фильмах ужаса. Люди, ау, вы где? Ну просто я же помню эти времена, когда тут все были. И Одесса вся, и приезжие, и все. Круто было. Тут вообще текучка народу была, что пройти нельзя. Особенно вечерами. Приморский вообще все лавочки всегда забиты. Сейчас уж видите. Через лавочку. Ой, это же наша архитектура. Я же забыла, чуть не прошла. Бачите, гроши туда кидают. $5. 5 гривен, еще $5. А, кстати, я часто вижу, тут много купюр, а потом они исчезают, и купюры меняются, и копеечки. То есть кто-то же эти деньги собирает, ребят. Кто-то кидает, а кто-то их собирает. Потому что тут часто другие купюры лежат. Кто этот мудрый человек, который придумал такой бизнес посреди Приморского бульвара? Ну, вообще купюры меняются, так бы тут уже, наверное, все в деньгах было бы за это время. Так, пойти-то спускаться нельзя, на Потемкинскую нельзя, на морвокзал нельзя. Мы ездили на катерах, гуляли, а сейчас ничего нельзя. Печально. Хочу, чтобы уже кончилась война, и мы могли спокойно пройтись, покататься на катере. И все так символично скрипачка играет такую грустную мелодию. Не, Одесса не падает духом. Одесса слезки вытирает и выходит, танцует вечером. Так что никто тут не ноет, не воет. А
Одесса живет, несмотря ни на то, ребятки. Еще потанцуем уже на радостях с пляжем. Наша мэрия, горсовет, перед нами. Перед нами мэрия, горсовет. И многострадальный памятник Пушкину, ребят. Его все время обливают краской, службы приезжают, чистят, мучаются часами, но чистят. И вот такая вот туда-сюда продолжается. Сейчас мы к нему подойдем ближе, я вам покажу. Людей мало. Я вот все сама смотрю, людей мало. Субботний день. Ой, там невеста. Возле мэрии нашла, где фоткаться. А тут плохо отсвечивает. Наш Пушкин. Вот пушка стоит. Памятник. О, вот так вот. Видно вам Пушкина? Вот такой вот. Мы наш этот Мурвокзал. Красота. Красота. Все, ребятки. На этом будем заканчивать нашу прогулку на Приморском. Ребята, кто был, всем рады. Спасибо. Обнимаю, целую. Всем огромнейший привет из Одессы. Мы всех любим, ждем. Приезжайте. Будем живы, не помрем. Обняла, целую. В общем, всего вам всех благ. Заходите на каналчик, подписывайтесь. Будем гулять по Одессе.